подозревает в нарушении правил безопасности движения. Напомню, 20 мая сошедший с рельсов грузовой состав врезался в пассажирский поезд «Москва-Кишинев». Жертвами крушения стали 6 человек, более 20 попали в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стали действия ремонтников. Бригада в нарушении правил не стала останавливать движение на аварийном участке, где шли работы, чтобы не потерять премию. Добавлю, что ранее был задержан... Ой, груда железа вообще. Даже везде...